15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана неспроста. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинул последний советский военный. В Химках отметить памятную дату и почтить память погибших в сквере Марии Рубцовой собралось более сотни человек. Матери и жены солдат и офицеров, и, конечно же, сами ветераны. Для каждого из них война закончилась по-своему, однако чувства у всех схожи. Много, можно сказать, друзей осталось там. Вот. В памяти осталось только. Ну, ребят, извините. У нас был в Афганистане 186-й отряд. От 8-й бригады спецназа ГРУ. Тяжело говорить. Вместе с ветеранами цветы к памятнику возложили представители химкинских властей и депутатского корпуса. Они отметили, что сегодня участники боевых действий в Афганистане взяли на себя большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Переоценить этот труд просто невозможно. Мы считаем это очень значимый такой момент, которому мы уделяем очень большое внимание, особенно с точки зрения их работы, я имею в виду ветеранской организации «Боебратство», по проведению военно-патриотического воспитания молодежи. Это воспитание нашего подрастающего поколения. Вот на примере тех людей, которые прошли Афган, прошли войну, прошли тяжкие испытания жизненные. Вниманием охвачены все, как бы, ветераны, которых мы знаем, с которыми общаемся. Ну, это как бы наше достояние нашего государства. Поэтому внимание уделяем во всех направлениях.